боевые экипажи самолета Су-34 смешанного авиационного полка Центрального военного округа выполнили полет в стратосферу и разгон сверхзвуковой скорости. В данном полете выполнили перехват условного противника, далее уничтожение условного противника и возврат на аэродром базирования. Повышенного контроля требует за всеми параметрами работы силовой установки, ну и ювелирная работа в технике пилотирования, там, не допускать резких движений ручки управления самолетом.